У Ярославского «Шинника» кубковая игра. Сегодня днем команда на клубном автобусе прибыла в Москву. На стадионе имени Эдуарда Стрельцова билась с лидером зоны «Центр» второго дивизиона, легендарным столичным «Торпедо». Соперник, возглавляемый известным игроком и тренером Игорем Колывановым, выглядит в этом году очень мощно. Москвичи во всех матчах не потеряли ни очка. В составе «Торпедо» есть имена, знакомые ярославцам: Александр Елисеев, Андрей Лях, Константин Троянов. Последний, правда, в кубковом поединке принять участие не смог из-за дисквалификации. В «Шиннике» дисквалифицированных нет. По индивидуальной программе продолжает тренироваться лишь полузащитник Андрей Иванов. Сегодняшний матч завершился со счетом 2-0. Победу в российской столице одержал клуб «Торпедо». Следующая игра у «Шинника» в воскресенье в Калининграде против «Балтики».